Сегодня утром, гуляя по лесу с собаками, мы обнаружили маленького одинокого совенка. Он сидел на земле около дерева и смотрел на нас своими круглыми перепуганными глазенками. Рядом с ним никого не было. Мы посадили его на дерево и вернулись домой. Но дома меня не покидала мысль об этом птенце, и мы вернулись в лес к тому же дереву, и я забрала совенка к себе домой. Затем я зашла в интернет, чтобы посмотреть, что мне делать дальше с птенцом этой необыкновенной птицы. И на первом же сайте я увидела, что ни в коем случае нельзя подбирать совят ни в парках, ни в лесной зоне, ни в деревьях, потому что совяты, как правило, не выпадают из птенца. Они просто начинают учиться самостоятельно, а их родители находятся рядом, очень внимательно за ними следят. Поэтому их надо срочно, если даже кто-либо взял домой, их надо срочно на то же место их подобрать. После этой информации мы сразу взяли птенца и отнесли его на то место, где мы его нашли. Теперь мы будем каждый день приходить туда, а может быть даже будем приносить что-нибудь вкусненькое.